Останки найденных солдат предали земле 2 ноября на мемориале в селе Закрутое. В торжественной церемонии захоронения приняли участие местные жители, поисковики, духовенство и представители администрации. Благодаря усилиям и стараниям поискового отряда, который работал на территории нашего сельского поселения, список солдат, захороненных в этой братской могиле, пополнится новыми именами. В 1943 году красноармейцы совершили прорыв фронта от деревни Малый Приют до бывшей деревни Крайчики. Сейчас на этом месте находится село Закрутое. В 3 километрах от него обнаружены останки 15 солдат. Среди них поисковикам удалось найти смертный медальон и восстановить имя одного из бойцов. Его звали Зуфар Гараев. В 20-летнем возрасте он уехал на фронт и не вернулся. На перезахоронение из Казани приехал племянник погибшего солдата. Родственнику Фанису Гайнудинову передали книгу о Десногорске, документы о проведенной экспертизе, вкладыш медальона, личные вещи и мешочек с землей с места гибели воина. Останки солдата будут погребены на родине в Татарстане. Остальных красноармейцев предали земле по христианскому обычаю и с воинскими почестями. Главной наградой для поисковиков остаются слова благодарности родственников солдат. Когда дядя уходил на войну, маме было всего 2 годика. Ну, естественно, ну, помню, говорю, что на руках он меня держал и такие слова говорил, что вот моя младшая сестреночка, я вернусь, ты расти, будь счастлива. Горд за то, что его нашли, горд вот за этих ребят, за поисковиков, которые действительно делают великое и нужное дело. Это захоронение – последнее в этом сезоне вахты памяти. С наступлением холодов полевые работы прекратятся, но поисковики продолжат работу в архивах с документами погибших красноармейцев. В составе отряда взрослые и подростки от 14 до 18 лет. Независимо от возраста, ими движет огромное желание сохранить и увековечить память павших воинов. После захоронения проведенного, конечно, чувствуется, что дело, начатое в сентябре, мы довели до конца. После церемонии Фанис Гайнудинов вместе с поисковым отрядом «За Родину» отправился в лес, где нашли останки его родственника. Здесь он выразил глубокое почтение своему родному дяде за проявленную отвагу и героизм. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.